Девчонки, вы не видели пульт от телевизора? Был где-то здесь. Недавно Пуговка обучала Бублика переключать каналы. Не поняла, а почему телек не включается? Это Полежайкин со своей игровой приставкой. Подсоединил какой-то кабель и теперь ничего не показывает. Здесь все искрится. Надо сначала выключить приставку из розетки. Не могу найти свою помаду. Ты не видела? Чтобы найти на полке что-нибудь полезное, надо сначала разложить эту кучу носков. Замечательно разложены носки. Только надолго ли? Ты нашла мою помаду? Спасибо, Женя! No problem. Не мешай, пожалуйста. Мне осталось всего 5 минуточек. Твои 5 минут могут растянуться на целый час. Не могу открыть. Здесь Даша расселась. В чем дело? Даша, отсядь, пожалуйста, мне надо в стол заглянуть. Не дают спокойно музыку послушать. Лучше пойду в свою комнату. Пригодится. Вдруг пить захочу. Жень, ты что делаешь? Ой, извини. Сейчас я все просушу. За фен спасибо, но не думай, что ты прощена. Кстати, после минеральной воды волосы стали лучше блестеть. Могу вытащить, крепко застрял. Я же говорю, Полежайкин подключал. Сила есть, ума не надо. Теперь только отпиливать. Попробую отрезать. Это же фантик из Пуговкиной коллекции. Опять разбросала по всей комнате. Вот соберу их сейчас и выкину, чтобы не мусорила. Довели человека. Приходится по мусоркам лазить. Кажется, собрала все фантики. Положу их в альбом. Но в следующий раз уж точно выкину. Ничего себе!
кажется, наш телевизор окончательно накрылся. Что же делать? Сходи к бабушке. Может, она разрешит тебе посмотреть матч на своем телевизоре? Поздравляем с новым рекордом!